мне кажется, вы знаете, мне вот мое какое-то убеждение, мне кажется, что это искусственное создается, чтобы людей каким-то образом отвлечь вот на эту тему и сделать какой-то бум, и чтобы, может быть, эти лекарства, которые есть, которые покупали, это, опять же, может, связано с этим бизнесом медицинским. Поэтому мне кажется, что это вот эти страшилки связаны, опять же, с коммерцией и связаны с бизнесом, и связаны с тем, чтобы людей каким-то образом ошарашить и отвлечь, и чтобы люди говорили уже на эту тему. Вот мое такое впечатление и мнение такое, если не знаю, оно кому важно, но вот мне так кажется, мне так кажется.